Эй, всем привет, вы на канале Царьков Плей. Мы продолжаем с вами Бэтмен Тайнами Вайт Сэнд. Так, ну давайте сразу продолжить. И получается, в прошлой серии, давайте напомним то, что мы с вами встретили, получается, Фриза, также встретили нашу кошку, кошка вернулась, но зачем, непонятно, хотели мы, собственно говоря, воскресить загадочника. Так что теперь смотрим дальше развитие сюжета. Кафе Трист. 4:28. 4 утра, ничего себе. Мы с тобой друзья, ты об этом не пожалеешь. Она не любит ябед. Ты об этом пожалеешь? В смысле? Нет, блин. Сейчас точно не уверен, она гуляет сама по себе, она мне нравится. Сейчас точно не уверен, да. Будь самим собой, Джон. Дергай ее за все ниточки. Дергай ее за все ниточки. Поговори с ним, проследи за ним, выслушайте его. Поговорить с ним. Летучих мышей, жемчужины, платок с пятнами кафе.
Что я тут вижу? Я тут вижу платок с пятнами, с пятнами кофе. Вижу ноутбук Харли, переулки Готэма, лестницу. Лестницу. Да, конечно, вечер был познавательный, блядь. Запутал его, блядь, всякими картинками, нах. В какую сторону? В хорошую, в плохую? Ну, блин, сорян, тебе сказали то, что, типа, мне надо идти, у меня бизнес, все. Все, давай, пока. А он говорит, ну, останься, я угощаю. Ты понимаешь, блядь, у меня дела у меня. Отдел полиции Готэма 450. Вот, я не понимаю, так, вот такие... Такой ход событий, когда вот говорят то, что типа останься вот туда-сюда там. Здорово. Я не хотел видеть Уоллер. Я хотел тебя видеть. Уоллер отозвал меня, у меня были дела, я держался в тени. Отозвала меня. Потому что я не хочу с ней работать, я хочу тебе намекнуть, что я хочу работать с тобой. Ты тоже давай, блядь, шевелись, в конце концов, блядь. Вы сильно рискуете, Джим. Луц Фокс был святым. Я не знаю. Только то, что все знают, Брюс помогает вам довольно много. Брюс помогает вам. Fox was at the center of it all. But there's a hell of a lot more.
A Wayne Enterprises security guard comes to GCPD saying he was assaulted by Harley Quinn and her gang. And who was leading her around like a pet? Bruce Wayne. Then I checked the video recordings. Someone did an amateur job covering up the security footage. Files were replaced, time unaccounted for, sloppy. At strike three, he flashes enough cash at one of my officers to get into Riddler's old workshop. Why? Bruce Wayne is dirty, and he's dangerous. Waller knows all of this happened too. Теперь тоже и он думает, что Брюс Уэйн опасен. Потому что провел, получается, вот эти... Так, Брюс Уэйн чист, я прослежу за ним, следите это сами. А, сделайте это сами, я прослежу за ним. Теперь, собственно говоря, и наш мент думает, что мы... То, что Брюс Уэйн, вот, собственно говоря, Бэтмен не чист. Потому что он провел в свой штаб, в свой замок вот этих Харли и Джона. Что-то там потом денег отвалил, что-то такое. Кому-то там, зачем-то там, не знаю. Ну, короче, он считает то, что типа Брюс Уэйн теперь хочет предать, короче, всех. Делай то, что должны сделать, не впутывай ее в это дело. Это низко, Джим. Слышь, ты вообще рот закрой, блядь. Это моя вина. Он перешел границы. Правильно, он понизил его в должности. А, то есть Уоллер его понизила в должности, и, собственно говоря, то, что теперь из-за этого он срывается на нас. Я ей доверяю, у нас с ней общие цели, она уже предавала меня. Полиция Готэма идет с тобой, беги. Отменить сообщение и отправить сообщение. Селина Кайл. Селина Кайл это кто? Это получается кошка наша, да? Угу. Это наша кошка, она, конечно, нам и помогала, но тут же нас и предавала, и работает на не пойми на кого, и с нами, и против нас. Так что я думаю, отменить сообщение, прямо вот здесь, отменить сообщение. Опа. Вот все, сейчас сработало хотя бы, слава богу. И кто же это? Ты серьезно? Как только что пришел, если вход типа сюда один. Через что ты пришел? Пожать ему руку? Не принять рукопожатие, потому что нет, Бэтмен остается в тени, и мы ему не будем пожимать руку, не надо. A few good candidates. You're Batman.
Да ничего с ней не случится, твоей Харли, не ссыкуй. Я не делаю исключений, это зависит от нее только на этот раз. Только на этот раз, да. Подлюка, а? Сволочь. Сломать телефон. Вот и все. Ну, потому что, не, ну, блин, изменились, да, конечно, господи, нечего, потому что, блядь, без спроса вот так подходить и фотографировать, блядь. По-нормальному спросил, можно, пожалуйста? Мне просто очень надо на память. Хорошо, пожалуйста, давай. То, блядь, еще к себе подтянул, блин, и давай фоткаться. Да пошел ты. Здорово. As a fellow apostle of technology, I thought you might appreciate this. Vane and I were acquiring components for a device I'll need once we get to the black site. Device? Yes, an ice explosive. Он, кстати, вот нам до сих пор также не доверяет немножечко, и поэтому вот сейчас проверяет. Ух ты. Впечатляет, ты больной. Не нужно было убивать их. Я промолчу лучше, ничего не буду говорить в таком случае. I slipped up. Dangerous time to make a mistake when you knew I was looking for it more. You're trying to slow us down. No, look, I want to get paid just like you. I got mouths to feed. Then, when the police arrived, you were nowhere to be found. I... You know I'm no traitor. I stood up for you, remember? Крот, это ты? Ты вел себя храбро? Не помню. Ты вел себя храбро. Ну ты чуть-чуть, ну ты чё вот вылезла, ёптать, мужские разборки, блядь. А он всё уже. Он уже ему втащил. Игнорировать, проверить, как он. Проверить, как он, да. Ну всё, он уже держаться не может. Он ему, блядь, лицо сломал. Вот лицо сломал, но в натуре сломал прямо. I freed them from Santa Prisca.
You just killed one. I only shot him. Who do you think wins that recruitment? Да. А подожди, а как ты хочешь отдать ноутбук Джону и при этом же тот же самый ноутбук отдать Бэтмену? То есть, получается, если ты отдашь ноутбук Брюс Уэйну, то, получается, у него уже будет. А если тогда Бэтмен с ноутбуком запалится, то ты поймешь, что это и есть Брюс Уэйн. Оставить без внимания, хлопнуть Джона по ладони. А вот ты смотри, правильно. Ага, хей, да-да. Мы ничего не нашли. Мы обнаружили проект Lotus. Shouldn't you be informing your men they work for me now? You can't even keep these two from colluding. Putin? Are you kidding me? He's loyal to a fault. I'm loyal, Harley. Yeah, definitely. Which is good for you, because you need help. The Mole, Bane's men, you maybe, possibly, potentially can't handle it. Really, the only man for the job. Me, and only me. You, time out! And you, we need to talk. В смысле? Я не... Да, ну, чё, в смысле? Ты какой поговорить? Да не нужно нам говорить, алё, ну, зачем? Чё ты хочешь? И чё это, блядь? Помада. Я Джон, твой молот. Джон. Руки прочь. Вот это правило. Да, конечно, ты еще мне будешь угрожать, то, что ты разукрасишь мое милое личико. Ты вообще здесь кто? Я не понимаю, кто у них главный в их банде? Кто в их шайке главный? Я понять не могу. Один, блядь, значит, ищет каких-то там предателей, бьет им лица. Другой замора... короче, по-английски... Staskedesk. Ну вот, я не понимаю. Один там рубит лица всем, короче, выискивает каких-то там предателей. Другой ходит, замораживает непонятно зачем. Всех, блядь. А вот этот вообще ходит непонятно куда, что... Он типа из Бэтмена подкрасться, планировать вниз, бросить дымовую шашку, подкрасться. Засал, да? Ничего себе неприятно, а когда выходил, так прям спокойно показался, что типа, ага, ну вот здесь пойдем, все. Вообще без какого-либо, без какой капли чувства, страдания, сожаления. Ты
How do you deal with doing something good when you might be hurting someone you love? Because it certainly didn't feel good. Чувства только мешают. Помни о высшем благе. Это всегда больно. Помни о высшем благе. Ноутбук Харли. Да, я научу тебя, может, в другой раз. Ну давай, ладно. Не преследуй меня снова. С тобой приятно работать. Не ищи неприятностей. Так, смотрим, что у нас дальше. Поместье Уэйнов. Ага, 8 утра уже. Все так быстро, блин, происходит. То в 4, то в 5, то в 6. Уже 5 утра. Так, а здесь у нас какая-то кровь. Опа, не понял. А это кто? В смысле? Почему? Кого? Я рад тебя видеть, как тебе все попало. Убирайся. Как тебе все попало? Это ж кошка наша. Ебать, я, конечно, раскуролесила тебя полностью. Вот это да, кошка, конечно, вот это ей... потрепала ее. А, ну, то есть ты ее и впустил, ну, конечно, да. Перевязывал как смог. Ну, конечно, а чё бы и нет. Ну, да, ты ее впустил, так что ты молодец. В любом случае, дал ей колеса, чтобы правильно, чтобы она немножечко восстанавливалась. Так что да. Она преступница, в этот раз все в порядке. Спасибо тебе за помощь. Спасибо тебе за помощь. Ну да, добро, а что поделать? Это ты кровью истекаешь, я беспокоюсь о нем, с Альфредом все будет в порядке. Это ты кровью истекаешь. А с Альфредом все будет в порядке, так что не ссы, да, на самом деле. Ага. Ты, конечно, долго, ты, конечно, берешь тебе бинты и все остальное там. Долго. Ох ты, ничего себе у тебя там. Фу, блядь. Вот как новенькая, ага. I was ambushed.
Какая мотоавария? В смысле, ты попала в мотоаварию? Соврать, я ничего об этом не знал. Так, в смысле, я на самом деле и не знал. О, ничего себе. Да, в смысле? Ну ты... ничего, план загадочника меня. Меня? Ты у меня уже был. Ах ты ж... Ну, тебе на самом деле нужна... Мне на самом деле нужна твоя помощь. Это ты, я не знаю, какого черта полезла к этим, блядь, дурачкам. Селина, ты нужна мне. Ты никогда не будешь мне нужна. Это я тебе нужен. Да, ты нужна мне. Ой-ой. Нет, не справишься. Ой. Да, конечно, бровь так поднял, блядь. Эй. Так, обнять ее, украсть ее сумку. Давай будем просто, друзья, обнять ее. Конечно, обнять, той. Ой-ой-ой-ой-ой, ебаный, ёптай. Ой. У тебя была тяжелая ночь. Ну, конечно, тебя потрепало, блядь, вообще. Просто караул. Так что да, у тебя ночь, в принципе, была тяжелая. Итак, незаметно. Так, очки, ноут, дешифратор. Что теперь? Давай пойдем в Бэт-пещеру, вам пора уходить. Давай пойдем в Бэт-пещеру. Но если вы все-таки друг с другом там, ну, типа, туда-сюда там, тык-тык и все, то нормально. А если нет, то, ну, ненормально. Если нет, то я тебе ебало разобью. Ха! Это что это? Что это такое, не понял. Ну-ка, подожди. Тут же вроде надо быстро, да? Или не быстро? А, тут надо крутить, крутить. Тут, то есть, надо долго крутить. Для того, чтобы... Вот, все, вроде бы, накрутил. Так, ну а чё? Ну я ж вижу то, что у меня получено. Это очки, дешифратор. Ты идёшь? Let's go now. Так, чё у нас там по времени? Скоро уже заканчивать надо будет. Потихоньку. Так, ну мы спускаемся, получается, разгадывать ноутбук. Вот этой Харли. А что ты удивляешься? Чему? Куда ты, блядь? Ты тихо, да дай ты. Лифт сначала остановится, а. Так что вот так, кошка. Видишь, какие нужны апартаменты нам? Не забывай, что ты в гостях. Чувствуй себя как дома. Для меня в самый раз. Не забывай, что ты в гостях. Ну да. Как это необычно мило. Ты говоришь так, будто это плохо. Мне тоже. Необычно мило. Мне нравится дружить, я хочу большего.
Да, я хочу большего и все, потому что ты моя напарница, мы кошка и кот. Ну вы серьезно, не надо, блядь, ну чего ты? У нее губа там не зажила вообще-таки, блядь, алло. У нее, глядя, под носом крови сколько, и губа еще разбита. Ну? Что такое? Что случилось? Не вздумай их трогать, нахуй. Это мои очки те. Все, понятно. Это мой трофей, блядь. Твои вызывают у меня улыбку. Это мои сувениры. Наверное, это не тактично. Нет, вызывают у меня улыбку. Ну да, потому что как он кричит, то что мне с тобой легко, туда-сюда, там все такое. Так что да. И что ж ты ответишь? Ну вот и все. Ну а что тогда подлетело, блядь? Что у тебя делают мои очки, блядь? Я тебе их разбил вообще-таки, нахуй. Это факт того, что я уже победил тебя наполовину. Так, это мы шифруем ноутбук, да, получается? Спасибо. Ага. Let's try this again. Access granted. А, это сетчатка была загадочника самого. Вот что они, оказывается, глаза там сканировали-то сидели, а? А, теперь это понятно. И куда ты пошла? Так, а мне что надо делать? Ну давай сначала компьютер посмотрим, что тут можно еще дальше. А мне надо, блядь, поговорить надо было с кем-то. Так что давай выйдем тогда. С Альфредом надо поговорить. Так, ну все, пойдем сюда. Пойдем, пойдем. Так, и где он стоит? А, вон Альфред у нас, ага. Так, нам до него надо... Ага, так, да, вот он, все хорошо. Так, осмотреть. Давай, кстати, осмотреть, вот все. Мой костюм часто несет большой урон, но свои функции выполняет. Скрывает мою личность, запугивает преступников и помогает мне остаться в живых. Луци сделал для меня эту улучшенную модель после битвы с леди Архем. В новом костюме улучшенное вооружение, броня и технологии сканирования. Серьезно. А это у нас часто несет большой урон, но свои функции выполняет. Так, этот костюм пострадал в битвах с леди Архем, ну понятно. Это, а, ну это вот эти вот сюрикены всякие, вот эти вот штуки, короче. Кому интересно, то вот читайте. Я, в принципе, сейчас не буду на этом затрагивать время. К тому же уже скоро надо будет заканчивать потихонечку. Так, давай-ка, Альфред. Ну, Альфред, не, ну ты, конечно, молодец, то, что ты приготовил новые очки и сделал это от того, что нечего делать. Так что да, вот так и работаем. Мне нужна ее помощь, у нас с ней деловые отношения, она для меня многое значит. Мне нужна ее помощь. Она для меня многое значит. Опа. Опа, Степа. Комп закончил свое дело. Расшифровался.
Так что вернитесь к Байзамбитру, чтобы изучить содержимое ноутбука. Хорошо. Вот на самом деле такие большие прям... Ну и чё ты? Такие большие прям ямы внизу, вокруг этой пещеры. Какого же, не знаю, там... какой же длины там стоят столбы? Вот это мне вот самое интересное. Это ж просто, это офигеть там использовать. Это какое там вообще, ну, расстояние, я представляю, вообще, ну, типа до дна. Хорошо, да, я тебя понял. Так, документация, не, видео смотреть не хочу, документация почитать. Считаю, что они бесполезны, глупые, чем я, так, захотелось что-то там. Так, а можно как-нибудь это... На крестик можно это сделать? Так. Космический салон Бодхи. Ё-моё, вот это название, конечно, я вообще шокирован. Как такие вообще названия могут быть? Это пипец. Так. А, ну все, тут два видоса, в принципе, осталось. Ну давай тогда осмотреть. Видос в видосе, вот это прикольно. И все. Какой возбудитель вирусный? Есть вирусные возбудители, вот это, конечно, да. Интригует. А вот сам вирус. Фу, бля. А ты чё? Сразу, да? Ну да, это опыт на людях, поскольку ты видишь. Биологическое оружие. Вот что Харли задумала. Так, ну давай тогда. В смысле, вы в этом разберетесь? В смысле, вы в этом разберетесь, блядь? Ну все, он и сказал то, что это вот, собственно говоря, вот это Уоллер, сама она виновата здесь, тоже потому что она свалилась, как снег на голову, типа вот, я типа офицер, все дела, дайте мне, я буду это расследовать. И потом Бэтмена мы тоже типа подгадили. Ну а я все-таки так и думал, то, что надо быть с этим. С Гордоном всегда. Так что да. Да. Так, и что у нас здесь? Башня воинов. Хорошо. И давайте на этом закончим на сегодня. Так, что мы, собственно говоря, сделали? Разгадали ноутбук. Также что-то там. Помогли, собственно говоря, нашему этому, как она, нашему Джону, помогли ему разобраться с Харли, потому что они там вроде как вась-вась тоже, но потом, насколько мы знаем, ну, насколько я знаю, то, что они, собственно говоря, будут не очень потом хорошими друзьями. Так что давайте на этом еще раз заканчивать, не забываем ставить лайки, писать комментарии, делать подписочку на канал, и также, кто хочет помочь в развитии канала, ссылочка на в описании этого и любого другого ролика. На развитие событий будем смотреть дальше, в следующих сериях. Ну а сейчас всем пока!